Я пассажир 23-й, где маршрутка? Я не могу на этой уехать. И что это? Номер есть, что ли? Мы стоим все без работы. Вот все водители 171 маршрута, 8-ки, 11-го. Они нам 4-ки, 23-е, нам не дают работу. Все, вот водители наши. Были договора у перевозчиков 7 километра. Появляется посредник, который теперь между перевозчиком и 7 километром. Который говорит, теперь вы будете не 20 платить, а будете там 50, 70. Ну, непонятно. Он говорит сначала одно, а потом говорит другое. И получается так, что сегодня вот все работали в обычном режиме. После того, как вот пришли люди, все, перегородили, говорят, все, вы не едете, сейчас приезжают другие машины, будут ехать. Они отказались вас перевозить. Да что значит отказались? Как это так? Что значит отказались? Почему не заезжают? Почему не заезжают? Нам домой надо идти уже. Мы хотим вернуть наши маршрутки. Наши. 50 человек. Мы больше 10 лет ездим на наших маршрутках. У нас была Слободка, Глухие дебри. Ребята наработали этот маршрут, накатали, понимаете? Они пришли на все готовое, выгнали наших ребят. Мы хотим ехать с нашими ребятами. Начальство сказало сюда ехать. А на каком маршруте вы до этого работали? На 156-м. 156, да. Тут что-то в них непонятно, неразбериха. Вы первый день тут? Вообще первый раз. Вот человек, который отвечает за это, вот с той стороны в красной футболке находится. Вон, ходит в стороне. Вот, видите? Узнать, вот он. Здравствуйте. Можно с вами пообщаться? Нет. Говорят, что вы отвечаете тут за что-то? Нет. Я сказал свалить сюда. Вы не расскажете, что происходит? Я не расскажу. Да, это новая автостанция. Мы открылись в апреле месяце этого года. Мы пытались связаться с перевозчиками, предложили им наши условия работы, предложили работать с автостанцией, как это положено. Но на данный момент получилась ситуация, что перевозчики не выходят с нами на контакт. И результатом всего этого стала забастовка, которую они сегодня устроили.